болтается. Чик. Всем здорово, ребят. Приехал с почты, получил обновки на мотик. На Yamaha UZF-250. Тормозные диски вперед-зад. Колодки назад, фару. Взял жесткие и мягкие. Оу май! Это заглушка, направляющий суппорт. Задний тормозной диск у нас идет 245, по-моему. А передний на 5 мм больше. Сейчас откручу эти болтики, по-моему, десятка. Кручу новый диск. Выявил недочет по китайским этим дискам. В креплении. Здесь фаска под болтик. А здесь проточка под вот такой винт. Углубление. Попробую прикрутить так. Сильно затягивать не надо, так как ступица алюминиевая. Направляйте на суппорте, помазаны были. Еще в том сезоне. Все хорошо ходит. Колодки, чтобы вытащить. Здесь они из зацеплений выходят и держатся вот на этой оси. Сейчас я заглушку выкрутил, под шестигранник ось выкручу, и они вылезут. Ставлю новые. Смотрите разницу в колодках, старые, новые. Ощутимо, да? Нюанс, если колодки не хотят утапливаться, есть несколько причин. Либо у вас закис цилиндр, и он просто физически не может утопиться. Либо тормозухе некуда деваться. Надо дать доступ, надо открутить крышку у бачка тормозной жидкости, чтобы тормозуха могла легко подняться. Утопил цилиндрик почти полностью. Тормозухе уже деваться некуда. Шприцом откачаю и утоплю дальше. Но при установке новых колодок придется откачивать лишнее. Для нового тормозного диска установлю новые колодки с латунной или с медной крошкой, которые помягче, чтобы диск не стирали. Конечно, возможно, они сотрутся за одну покатушку. Ну вот и проверим. Если что, в запасе есть с металлической крошкой. Колодки вставляем по одной, посадочное место. И потом закручиваем направляющую ось. Закручивайте заглушку, чтобы вода не впадала, не закисала. Надо еще заменить сальники. Ступица. Чтобы вода в подшипник не затекала. Болтается. Не герметично. А почему же я решил поменять их? Потому что большая выработка в центре диска. Вот здесь вот прям выело металл. Как бы походило бы еще, не сильно-то критично, тормозило все в юз, хорошо. Но хочется, чтобы было еще лучше. Тормозухи у меня сейчас вот столько, там плюс резинка вот так. И при затягивании этой крышки смотрите, чтобы резинку не закусило, уплотнительную. Все, зад готов. Новый диск, новые колодки, все работает. Как раз вот фаски под болтики, точнее болтики под фаски. Чик. Уже проехал 7 моточасов. На новых тормозных дисках и колодках. Все отлично, все притерлось. Тормозят хорошо. Колодки даже и не стерлись, как новые. Конечно же, появился след от трения, но никакой выработки. Все отлично.
По переду такая же ситуация. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся. Пока.